Канал «Дневник рыболова». Намотало. Вот это да. На резину. Это лед. Уже вода. Друзья мои, всем здравствуйте. Я рад вас приветствовать на канале Дневник Рыболова, на канале любительской рыбалки. Итак, нахожусь вот в таком месте, еле доехали. Болото просто капец. Но решила половить раков. Многие писали, как зимой поймать раков. Тем более у нас видео есть на эту тематику. Вот. И я решил вам запилить видос, но потому что уже лед крайне реально. Мы так опасно, что уже вышли на лед. Ни в коем случае это повторять не нужно. Лед очень опасный, все снимается, все под контролем у нас, друзья мои. Все подготовлено, если кто-то провалится, то есть кому спасти и все остальное. Вот. В общем, ситуация какая? Что могу сказать по поводу ловли раков зимой? Первый самый главный критерий, по которому весь успех, 99% успеха ловли, это раки должны быть в наличии, то есть в данном водоеме. Какая у вас там приманка не была, присадка, вы ее не поймаете, если их там нет. И если они есть, то в маленьком количестве. Вот. Только на втором месте уже идет сама приманка, на которую поползут раки. Есть приманки так себе, есть отличные приманки. Допустим, в летнее время вообще, если его большое количество на водоеме, он лезет реально на все. На что-то лучше, на что-то хуже, но он лезет. А так как зима, приходится выбирать самые топовые приманки. Итак, кто подписан на канал, видео видели, летом мы снимали подводные съемки. У нас есть такая хитрая приблуда Robin Red домашнего приготовления. Вот. Летом хорошо бомбил он. И вот мы его протестим зимой. Я просто обещал, но я вижу, если я сейчас это не сниму, уже в этом году вряд ли я уже на льду что-то вам покажу. Прежде чем что-то взять, нужно что-то дать. Вот как, допустим, сделали это мы. Новая партия санитаров водоем завозится. Много мамочек. Вот икряных. Так что под нерез. Так, давай, отойди, сейчас высыплю. Ну, я высыплю. Могу справиться. О. Они провалятся сразу в щель. Снизу падают. Отобрать больших от маленьких. Как через сито сейчас будут. Я выпадаю. Так они и так вот. Все куда. Ну они слышат, они слышат эту воду. Кто куда? Давай. Мамочку опустим нежно. Да. А их тут много. Вдвоем пошли. А ты что лежишь? Да сейчас дай ему отойти. Переверни его на этот сам. Переверни, сейчас он. Ух ты. А вот, смотри, сколько? Там много, много. Клещи какое. Да, ты тот самый без. Ну, без клешней. Бою потерял. С браконьером, скорее всего. Да, нет, они же между собой дерутся. Вот. Так что заброшено было больше 100 килограмм раков в данный водоем. Ну, подписчики знают. Поэтому он тут есть. Он тут в больших количествах. Его в течение вот 4 лет никто не ловил. Он разводится спокойно, тихо себе живет тут. Никто его не трогает. Поэтому мы попытаемся его поймать. Я думаю, нас ждет успех. Не стоит забывать, что сейчас у нас январь месяц, 21 год. Что, сейчас будем делать лунку. Будем ставить одну раколовку. Но смотрите, мы раньше пиляли бензопилой. Но после нее остается масло там. Ей удобней, да. Но не хочу загрязнять водоем. Сейчас делаем одну лунку, одну раколовку. Делаем приманку. Опускаем и часика 2-3 ждем. И посмотрим на результаты. Как данная приблуда сработает. Все, ребята, смотрим видео. Думаю, будет интересно. И я думаю, нас ждет успех. Все, погнали. Thank you.
Так, ну вот что у нас получилось, такая лунка. Еще, ребят, хотел же жерлицы поставить, тоже вам обещал. Ну, вряд ли. Не знаю, очень опасно. Может, пару штук поставлю. Вот этот живец перевернулся. Он в ведре, видите? И вот такой живец. Всем живцам живец. А ну, просыпайся. Давай. Вот мы его потом отпустим. На реке наловил живца. Если ничего не поймаем или не будем ставить, его отпустим весь. Так, ладно, сейчас в двух словах о раколовках. Итак, друзья мои, в двух словах о раколовках хочу вас предупредить. Пускай это не только будет контент развлекательный, там, допустим, но и полезный, немножко информационный. Смотрите, по раколовочкам. Есть два вида раколовок, в принципе, разрешенных. Это конверты. Опять же, диагональ не должна, вернее, диагональ не меньше 70 сантиметров. Соответственно, есть вот такие вот пирамидки, круглые только. Есть пирамидки конвертом сделаны. Ячея, она должна быть крупная. То есть, обратите внимание, какая на раколовке тут ячея. То есть, чтобы мелкий мог проскакивать. Любые, друзья мои, раколовки с маленькой ячеей, то есть с мелкой сеткой, любой формы. То есть это будет баян, или это будет зонтик, то есть их масса там вариантов, они все незаконны. И чтобы у вас не было проблем, я понимаю, что они в свободном доступе, они в свободной продаже. Поначалу я скажу честно, я также рыбачил на баяны, я по незнанию приобрел их на рынке еще очень-очень давно, они классно работают. Потом даже видосы у меня были, когда канал только, ну, начинал свое развитие, вот. И скажу вам честно, потом мне начали в комментариях писать, что, мол, эти раколовки незаконные. Я действительно только потом прочитал закон и понял, что они реально вне закона. Соответственно, я сразу перешел на конверты, перешел на такие пирамидки с большой ячеей. У нас допустимо, лично у нас в нашем регионе норма, это 5 раколовок на человека. Есть регионы, где разрешается только 3. То есть, опять же, изучите свой регион, конкретно сколько разрешено на человека раколовок. Так что, чтобы у вас не было проблем с законом, еще раз говорю, обращайте внимание, прочитайте сначала закон, потому что штрафы не маленькие, я не хочу, чтобы вы, дорогие мои, попали в неприятную ситуацию. И нервы, ну и по финансам также будет удар. Все, ребят, начинаем делать прикормку, все покажу, расскажу, как и обещал. Я надеюсь, хоть как эта информация была вам хоть чем-то полезна, так что будьте аккуратны. Итак, что мы будем использовать по приманке? Это ликвид Robin Red. Ну, это не фирма, это бутылка с под CarPro. Ликвид домашний. Рецепт я оставлю ссылочку в описании и в конечных заставках. Обязательно посмотрите. Я специально для этого случая оставил. Мы, помните, мы летом выезжали, ловили на этот ликвид. Есть тоже видео, я также его оставлю в описании. Посмотрите, даже подводное видео. Очень интересный видос получился. Вот. Значит, в чем фишка? Очень хорошая штука. Здесь есть и паприка. Тут есть чеснок, очень такой ярко выраженный. Я добавляю, допустим, в прикормку постоянно, даже на карповой рыбалке. Вот, ну, я добавляю там буквально 30 грамм на килограмм прикормки. Ну, то есть, именно делаю такую нотку легкую. Я специально оставил большое количество, так как зима, холодная вода, запахи очень плохо распространяются. Поэтому, чтобы нам быстрее созвать рыбу на наш стол. Вот, прикормка, смотрите. Также капроновый чулок, как обычно для шара. Так, это... Я взял живности чуть-чуть, думаю, чтобы время убить, посидеть на окушка. Вот. По прикормке, любая, самая дешевая, которая вообще возможна, я не знаю, где приобрести, любая. Желательно, если есть ароматика клубника или ароматика слива. То есть, как бы, в помощь вам. Раки очень любят эти ароматы, уже проверено. Так, значит, что мы делаем? Берем ликвид и заливаем. Заливаем так, прилично. Прям делаем очень мощный такой соус. Вот так. Прям пропитываем прикормку им. Так, потом это все сполоснем. Запах просто бомбезный. Бутылка нам еще пригодится. Так, есть. Все, и делаем замес. Замешиваем. Ох, и запах. Вот, любая сыпучка. Просто, друзья мои, летом я обещал вам снять зимнюю рыбалку, ловлю раков. А получилось так, что лед уже сходит. Обещаю не выполнен, поэтому если не сегодня, то уже все. Лед очень опасный. Так, делаем классный большой апельсин прям. Просто огромный шар. Просто. Лепим, не жалеем. Она у вас липкая станет. Сделайте, если дома, такой ликвид, он вам и на рыбалке пригодится. Очень хорошо ставит на точку рыбу. Также подводные съемки это подтвердили.
Вот, просто огромный большой шар. Вот так. Есть. Слепили. Прикормка, производитель любой. Вообще не принципиально. Вот сполоснем ведро. Сразу пускай прикормка льется в точку. Вот так. Вкусняшка разная. Есть. Берем капрон. То есть максимально пускай он будет защищен. Вот так. Дольше прикормка работала. Блин, дождик начинается. Вот получается такой шарик. Еще раз говорю, секрет успеха только в том случае, если здесь они есть в наличии. Так. Опускаем. Ну, удобно крепить мне вот если проволока. Ну, в принципе, тут есть усы остались. Можно просто с другой стороны, с обратной, завязать узелок. Все, привязали. Вот так. И отпускаем. Вот так вот. Самая комфортная глубина для ловли раков от 2 до 4 метров. Не знаю почему, но сейчас я вам покажу, какая глубина тут. Сейчас я возьму эхолот в машине. Все, околовка на месте. Поплавок сделал с такого пенопласта. Классно, не тонет, легенький. Все есть, отлично. Ну, в принципе, все, оставлять где-то на 4 часа и вообще трогать не буду. Вообще, в идеале ее оставить на ночь. То есть, вечера поставил, утром снял. Это в идеале. Ну, у нас такой возможности пока нет. Все, пускай пока стоит. Так, у нас уже вижу... Промоины есть. Так, все-таки попытаемся поставить хоть пару штук жерлиц. Ну, и вот такой. Тут стоят. Рыхлый лед. Так, ну тут уже все промоины. Не подойти. Сейчас я вам покажу примерно глубины. Замерю, где у нас стоят раколовки. Раколовка, где мы поставим жерлицы. Сейчас вам все, ребят, покажу. Вот наша первая глубина. Видно вам? Надеюсь, да. 2,40. Ну, рыбка есть на дне. Вот она. 2,30. 2,30. Поверхность воды, температура 3 градуса. То есть нормально. Все, это вот ближе к берегу. Мы сейчас пройдем по линии, посмотрим по центру глубины, сейчас зарядим и вам покажу, сразу пробегусь и покажу, на какой глубине стоит у нас раколовка. Вот так. Все, первое есть. Все, пойдемте, сейчас вам покажу глубины сразу. Так, вторая лунка. Также поближе к берегу. 2,20 глубина. Так, смотрим. Центр у нас 3,90. Вот посередине, уже почти 4 метра. Есть, дальше. Дальше, дальше. Она уже помельче будет. Так, лунку не выбрал, ну ладно, сейчас мы его притопим. 4,10. О, тут даже глубже. Везде температура, он 3 градуса. 4,10. Есть. И крайняя. Тут помельче должно быть.
Так, оп. Два тридцать. Вот так. Ровно 3 метра. Вообще супер. Ага, теперь смотрите. Прикормка работает. Вот. Вон рыбка. И на 1,70 м. Вот подъем пошел. Видите, смотрите. Вон, вот полоска. Блин, вам, наверное, плохо видно. Вот. Рыбка тусуется, запах. Прикормка работает. Трешечка, самое идеальное место. Поставим сейчас карася, монстра. Пускай стоит. Ну, вряд ли кто-то возьмет его, конечно. Ну, отпустим его. Я аккуратненько пробиваю. Такой пирсинг делаем, можно так сказать. Чуть ниже плавничка. То есть максимально рыбу не травмирую. Вот тут местинка красивая. Летом здесь вообще шикарно. Мне нравится. Оп. Так, давайте самых вяленьких поставим. Бодренькие пускай еще посидят. Так, ну вот это опять тоже зачетная плотвица. Иди, нам неинтересно. Крупняк, карась большой, иди. Помельче, о, 2 малыша осталось. Ну все, в принципе, можно пойти попытаться половить окушка. Время у нас есть, если что-то будет интересно, буду включаться. Аккуратно нанес удар. Ты же рядом по-любому. Промазал. Угу. Ух ты! О! Вот это поросенок уже, ребята! Вот это уже поросенок! А что ж так аккуратно клюешь? Поросенок. Ах ты! А? Красавчик. Вот это я понимаю рыбалка. Вот это я понимаю рыбалка. Ох и болото, а. Ребят, вообще жестко, капец. Так, ну что, еще чуть-чуть и будем уже проверять. Жерлицы пока тихо. Но я особо на них не надеялся. Все точки там, где они должны стоять, рабочие, вас в русле их ставил. Там все растаялось. Там чистая вода. Так, ну что, пришло время. Будем вытаскивать. 3,5 часа
Короче, смотрите, жерлицы не сработали вообще. Ну, я сильно и не рассчитывал на это. Вот. Ну, теперь пробуем раколовки. В прошлом году у нас и позапрошлом была удача, потому что их 3 года, 4 даже никто вообще не вылавливал. Ну, поехали. Удивите меня. Есть, ребята. Есть раки, блин. Гляньте, сколько. Ёлки-палки. Просто жесть. Смотрите. Полная раколовка почти. Сколько с вас штук, да? Гляньте, какие есть вообще. Самое интересное, гляньте. Клешня одна меньше, другая больше. Ну, так вот. Он сразу в стойку. Дружище, сейчас посчитаем. 1, 2, 3. Чу. 3, 4, 5. Раки разные, видите? 6. Есть вот цвет. То есть вот и вот. Абсолютно разные цвета. Так, итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6 в стойке. 7, 8. Ой, красивый. Вот. 9, 10, 11. Позабивались. 11, 12. Отдай. 12. Ух, какой. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ай, отдай. 18 штук, друзья мои. Ну, такой улов. Правда, не крупный весь. Поменьше, побольше. И на здоровых лобстеров нет. Хотя мы и зарыбляли, выбрасывали. Раки были даже некоторые крупнее, чем эти. Но это уже как бы новые выводки. Привозили с разных водоемов. Мы за раками ездили. Если попадались маленькие, мы их привозили, тоже сюда зарыбляли. В общем, ну, понятно. В прошлом году я вообще хорошо отрыбачился. Но мы дольше их содержали. Говорю, по красоте поставить их вообще на ночь. И думаю, успех будет. Такие вот вообще красавцы. Малыши, знаете, черный весь. Вот. Вот смотрите, три вида. Вот какой-то черный. Где-то был такой синевой. Ну вот, ну это видно с одной оперы. Ну, 2 вида получилось. Ух ты, красавчик. Ну вот как-то так, ну вот такая, друзья, моя рыбалка получилась. Думаю, хороший результат, я считаю, для января месяца. Отличная рыбалка, но уже льда не будет. В прошлом году мы с 2 забросов, правда, поймал я почти 3 килограмма раков. Ну вот тут один заброс, 3 часа, где-то даже 3,5 постояли. Но мелковат этот раз, разный, там есть, конечно, покрупнее. Маленького я вообще выбросил. Вот, ну... Раки живут, раки размножаются, это самое важное. Ну ладно, ребят, сейчас будем заканчивать. Ну что, друзья мои, все, заканчиваю видео, уже темнеет, ручки уже подзамерзают, хоть как бы мороза нет, но так, знаете, все равно зимний вечер. Рыбалка удалась, рыбалка зачетная. Еще раз хочу сказать, на тонкий лед не выходите, берегите себя, потому что вас ждут дома. Видео у нас все равно более развлекательное, поэтому у нас все заготовлено заранее. То есть я не один на рыбалке, на всякий случай, если бы я провалился, меня было бы хотя бы кому спасти. В хороший лед, еще раз говорю, в хорошем водоеме, где есть раки. Я уверен, что у вас были ситуации, у меня неоднократно были, когда зимой на мормышку выловили раков. Напишите в комментариях, просто мне интересно. Это у нас очень часто бывает, что мы на мормышку вытягиваем раки. Поэтому они зимой активны. Оптимальная глубина, как я уже ловил, 3 метра. Результат есть. 3,5 часа, пускай там не 2 десятка, чуть меньше, но результат был, это важно. И результат почему? Потому что он зарыблялся, его не выбивали мелочевкой,
Он рос летом, берутся слоны здесь вообще такие лобстеры. Возможно, летом я вам сниму видео. Также по прикормке. Прикормка работает и летом, и зимой на нее ползут. Поэтому я оставлю закрепленное под видео и в конечных заставках рецепт на данную секретную, любя же себе, секретно, на секретную, но уже рассекреченную приманку, так называемый соус. Вот, также оставлю, как мы рыбачили на нее летом. Также видео есть, там даже есть подводные съемки, как они залазили. Обещал вам зимой, пускай уже еле-еле успели по льду крайнему, но видос я вам запилил. Ребят, все для вас, подписчики, кто первый раз на канале, друзья мои, подписываемся. Дальше будет интересно. Все, немножко подождал. Сейчас иду собирать желебцы, отпускаю живца. Сейчас полностью на воле, уже в этом году вряд ли, может быть, где-то и поставлю, если будет лед. Но в целом все, в принципе, на желеце ловить уже не буду в этом сезоне. Уже жду, варю на карпа прикормки, катаю бойлы, готовлюсь к сезону. Ладно, всего хорошего, желаю вам крепкого, мощного здоровья, вам, вашим близким. И приятного вам вечера или дня, я не знаю, когда вы это видео смотрите. В общем, берегите себя, не забывайте, вас ждут дома. Все, мы погнали. Зачетная рыбалка.